активная гражданская позиция жителей и поддержка местных органов управления. Благодаря такому взаимодействию дворы в Самаре преображаются. По адресу Садовая 200 прошел осмотр благоустроенной дворовой территории, отремонтированной по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Двор стал местом притяжения больших и маленьких жителей близлежащих домов. Сергей Демин, дедушка трех внучек, рассказывает, усилия были не напрасными. Теперь, выходя на прогулку, девочки сразу бегут на новую площадку. Навстречу пошли, вникли в суть проблемы, поэтому комфортная городская среда в действии, скажем так, и сейчас вот эти плоды, результаты этой деятельности есть, поэтому будем продолжать развиваться дальше. На детской площадке установили горку, качели, малые архитектурные формы и ограждения. Заасфальтировали дорожки. Появились и лавочки. В планах озеленение территории. Дизайн-проект разработали сами жители. Благодаря активному участию жителей в реализации этого проекта, он на сегодняшний день успешно реализован. Площадка будет развиваться и радовать и детей, и взрослых. Замечания были в ходе выполнения работ, но на сегодняшний день они все отработаны. В этом году в Самаре только по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроен 51 двор и 3 общественных территории. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.